Добрый день, уважаемый жюри. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Скажите, пожалуйста, а как так получается, что вы участвуете в конкурсах довольно давно, но вам не дают возможность петь то, что вы хотите? Что за конкурсы такие? Куда вы ходите? Ну, это были телепроекты различные. Вот, получается просто так, что продюсеры видят меня в одном формате, вот, и хотят услышать именно, наверное, в таком. Меня зовут Евлахов Артем, я из города Москвы, мне 25 лет. У меня был уже опыт в телевизионном проекте. Ну, он, в принципе, был неплохой, но победил в этой схватке, наверное, больше мой страх именно вот таких телевизионных выступлений, потому что, когда выходишь, перед тобой сидят такие люди, и это все записывается еще. Начинает сразу всего вот так трясти. Пытаюсь как-то победить эту болезнь свою. У вас пунктик по поводу песен. Да. Больная тема. Я очень долго бился с режиссерами, продюсерами. По ночам писал утром. Вначале мы уже утвердили другую даже песню. Представляете, получилось мне договориться. И потом девушка, которая меня курировала, написала, что, к сожалению, эту песню уже другой человек поет. И говорит, нет, будешь петь ее. Я говорю, ну, а что поделать уже, выбора у меня нет. Но у нас такого нет, вы же понимаете. Вы пришли сюда и будете петь то, что вы хотите, правильно? Это сейчас только, Руслан. Поэтому, пожалуйста. Это сейчас только. А потом, если Артем попадает кому-то в команду, то, конечно, мы будем направлять если и наставлять. Вы достанетесь Ольге, поверьте. Вы будете петь то, что вы не будете хотеть. Вы будете Ольгу и петь. Я буду только рад. Отлично. Спасибо. Хорошего выступления вам. Спасибо. Спасибо вам большое. Артем, мне очень нравится ваша певческая манера. Вот просто вы живете, да? Как рыба в воде в этом музыкальном материале. Это прекрасно. Мне нравятся ваши верхние ноты, замечательные. Чувствуется, что голос подсел. Вы сейчас не в голосе, мы это все тоже слышим. Но я говорю вам, да, вы должны раскрыться еще больше в тренировочном лагере. Спасибо. Артем, я бы просто вам посоветовал одно. Не все нужно петь вот в этой тесситуре фальцетном. У вас красивый темп. Зачем прятать его? Я скажу вам да. Спасибо. Два есть, осталось еще одно.
Обыкновенный подражатель, звукоимитатор, каких много. Когда начал петь своим голосом, то голос это и не оказалось. Ни голоса, ни харизмы, ни энергетики. Я вообще не понимаю, коллеги, о чем тут говорить. Только нет, я нет. Так, вот сейчас от Оли зависит. Ольга, я вас не подведу, дайте, пожалуйста, шанс. Обещаю. Ваш голос в панцире. Мы хотим его достать. Вы проходите дальше, я говорю вам да. Спасибо. Три да. Ну, поздравляй. Спасибо большое. Спасибо. Зато сказали да все зрители. Они там так за тебя болели, переживали. Да. Там сидели, да-да-да, молодец, мальчик. Спасибо большое.